провожатый, это так здорово, молодой человек. Решил меня проводить. Правда, сказал, толстовки у вас нет. Почему-то я ее дома выложила, но я кое-что взяла. Ого, как тут... О, прикольненько. Ну, сказал, что мы быстро тогда все это сделаем. В принципе, ради чего я шла, думаю, что я все-таки постараюсь не замерзнуть. Купила специально для съемки фонарик. Вот он мне пригодился. Я не в состоянии чуть-чуть? В смысле ты не в состоянии чуть-чуть? Не пугай меня. Может, не беги, пожалуйста. Так, подожди. Мы просто в тот порт можем выйти. Что можем? Ну, короче, не в тот порт выйти. И как, что как тогда? Раз... Меня Лара зовут. А это зачем писать? Если потеряюсь. Так, стоп! Я не хочу теряться! Так, скажи, что мы не потеряемся, Кирилл, пожалуйста. Кирилл, ты что, реально? В случаях ЧП при наличии пострадавших, телефон оперативного дежурного... И тут еще номер телефона есть. Давай-ка... А, у тебя есть этот номер телефона? 903. Зачем? Здесь связи нету. Так, ты меня уже пугаешь. Слушай, может, тогда далеко не пойдем? Ну, километр 20 пойдем. Километр 20? Километр 2. А на самом 23. Да? Ого. Так, подожди. А! Нет, я сильная девочка, конечно. Мама, кто там? А? Че, откуда вы? Куда вы? Не местный. Не местный? Нет. Привет, ребят. Чуть меня зовут я. Лара. Лазит? Не лазит. А это? Дети, где качели? Хочешь, пошли? ОПВ. Пошли. Отведи нас к Аристарху. У нас карта есть. Вы не знаете дороги? Я дорогу. Я ориентируюсь. Так. Карте? Первый раз. Я без карты. Кирилл, меня не бросай только, пожалуйста. Ладно, поведу четырех чайников. Четырех чайников? Я 4 года лазил. Привет. Слушай, я по заброшкам и по морям прочитаю лазю. Мы заброшки, на пещера. Так, Кирилл, учитывая того, что я это полуголая. Да мне насрать. Да это тебе насрать, я по Кириллу говорю. Там сыро, очень холодно. Да? Но ничего страшного. Ничего. Ого, я бы тут одна ни за что бы не пошла, Кирилл. Ты прям с небес мне свалился. Мы вдвоем пошли. Вы вдвоем пошли? Да, нормально. Хотите, покажем, насколько быстро один пещерник ходит? Не убегай, Кирилл, пожалуйста! Давай на Кузю пойдем. Слышь, на Кузю. Кирилл, куда пойдем-то? На Кузю сразу. Идите на Кузю, мы пойдем, куда я хотел. Отлично, Кирилл. Блин, тут реально же можно заблудиться, да? Да. А я даже с собой еду не взяла, только воду. Так, надо вспомнить дорогу хотя. Так, Кирилл! Не шути, надо вспомнить дорогу. Не надо шутить, пожалуйста. А, мальчишки, вы за нами? Отлично. Ребят, я тут в каменоломне иду. С Яновские. Вот. Да он же здесь уже, он же здесь живет, он постоянно здесь ходит. Да? Ой, осторожно. А вы еще и каску одели. Да. Это я одна как дурочка, да? Всем привет. Я еще живая. Смотрите, я в майке так ходить нельзя. Я в шортиках так тоже ходить нельзя. Но зато я встретила мальчиков. Они меня спасут. Если голову ударился, что говорим? Добрый. Привет, пещера. Привет, пещера говорим, да? Ну, привет, система. В обезьянник пойдем? На Бананные острова пойдем. А тут есть Банановые острова? Да. Ой, да, пойдем, наверное. Давай сначала на это, водокап, как ты их называешь. Так, ну пока вроде идешь, не мерзнешь на самом-то деле. О. О. А! Что надо говорить? Я ударилась головой. Привет, система. Да, сама. Кирилл, подожди, ты где? Мне, я вообще-то везучий человек, и вот мне с Кириллом сейчас повезло. Еще привет, система! Да, я уже поняла. В следующий раз одену каску. Но я не пойду тут одна, ни за что. Пока ты легко ориентируешься. Да? Да. А где вы карту взяли? С интернета. С интернета? Да, можно. Да? Ну ладно.
Как жалко, что я не снимаю себя. Кирилл, ты потерялся! Вон ты! Я так точно не замерзла с Кириллом-то. Я вообще-то, как говорится, счастливый человек, поэтому Кирилл нас сейчас везде проведет, надеюсь. Так, всего 2 километра, он сказал пройти, это 40 минут. Я пока не мерзну. Пока я не мерзну. Полуголая женщина в пещере пока не мерзну. Ой, это что такое? Это... Да? Херат бочку. Можно попить. Можно попить? Советую из бочки не пить. Да? А из чайника можно, да? Да, потому что... Под навесом вода, скажи. Мой друг туда нырял. Че, в бочку в смысле? Да, вот, за бутылкой. За бутылкой? Там что, бутылки держат? Так, снимай меня. Вот тут сюда смотришь, меня видишь. А я сейчас попью из чайника. Кажется, во. А вы себя записали, парни? Да. А, то есть вы сначала все изучили в интернете, да? Нет. Что? Не изучать, здесь нечего изучать. Вот именно. Такие вы все смелые, а я вот не изучала, но... Мы были в этой трубе, по-моему. Это мы где? Покажите на карте, где мы. Это палка, если что. Господи. Жи, карту достань. А у тебя строка. А мы заблудились, что ли, Кирилл? Было, там было. Нет, просто чтобы вам показали на... Рассказывайте, кто откуда. Кирилл уже местный, это я поняла. Ой, а это что такое, Кирилл? Остановка. Это остановка? Да. И что делать на остановке? Ждут автобус? Так, Кирилл вспомнил дорогу. Так, если что, я Ларышин, я блогер, а вы мальчики? Вы блогер? Да, потом на ютубе посмотришь наше путешествие. Кто ты? Диггер и сталкер. А, сталкер это тот, кто путешествует по таким заброшенным местам? Да, обозревает их. Да? Так, значит, я тоже этот самый сталкер. Сейчас в данный момент... Надо опыта набраться, да? Это называется диггерство в данный момент. Как называется? Диггерство. Диггерство? Да. Это... А-а-а! Как много интересного я сегодня узнала. О, качельки! Подожди, Кирилл, надо меня снять. На качельках, ребят, подержите кто-нибудь. Кирилл, подержишь вот так вот. Да, я покачаюсь на качельках, подожди. Во, благодарю. Ребят, надо покачаться на качельках. Как это? Я пришла, тут фу, голая, ползаю. А что она выглядит? Качельки такие холодные. Моя жопа просто. Я сейчас это одену. У меня там тужурка есть, ладно? Накину на себя, Кирилл. Хорошо. Всем привет-привет, с вами Лара Шум. Я кто теперь, как вы сказали? Диггер? Диггер. Диггер? Диггер. Ну ладно, мне 45 лет, на стыка. Идем дальше, да? Так, значит, около водички мы были, на качельках мы были. Сейчас мы идем к Аристарху. Да, Кирилл? Мы на УКВ. На УКВ? ОПВ. А что это такое? Остановка первого вагона. Остановка первого вагона? Остановка первого вагона. Привет, первый вагон. А что такое щучка? Это очень-очень узкая щель. Сейчас. Да? Подождите. Там надо иметь идеальную форму тела. Да, я там пролетал. А, у меня вроде что, ужасные формы тела. Так, я сейчас, я взяла тут с собой для красоты. Ну, сейчас она прикатится. Ну, в принципе, можно круг не делать, если пролезть. Чего если? Круг не делать, если пролезть обратно, тоже все тоже. Вы, я-то пролезу, но вы только меня не теряйте, пожалуйста. Я не дал... а там дальше другое. Я недавно в таком квесте участвовала, где мы... В каком? Ой, ужасно, там это... Рыбы тухлые были, били нас, меня электрошокером били за неправильные ответы. Здесь очень аккуратно себя видите, когда видите взрослых. А, ну типа адекватность. Прям очень адекватно. Прям а адекватно. Почему, Кирилл? А что они реагируют-то? Чего они так реагируют-то? Они могут прореагировать и ногу прострелить. Почему? Просто взять и пристрелить. А зачем? Ты думаешь, они со стволом ходят? Уверен? Слушай, они со стволом, я с ножом хожу. Нет, а зачем они? Стоп, давайте по ножовщу. А почему они так делают, Кирилл? А что лучше, кирка или ствол? Ствол. Ну, если кирка долетит впервые, то пуля тебя ранит, а башки-то не будет. Даже это немножко страшновато становится. Здесь? Если меня встретят, мне скажут, что привет, Кирилл, пойдем в грозд надо. И все. Да? То есть нам никто ноги не будет простреливать, да? Ура! Быстрее! А кирка вам зачем?
Майнкрафт. Можно ход открыть. А, то есть, когда ты заблудился, то можно ход открыть, да? Я ходила здесь. О, как всегда, я встретила улицу Ленина. Ну, как без улицы Ленина? Спасибо, что не выходите на лед с едой и напитками. А тут есть лед? Нету? Нет, просто зовут. Так, как зовут? Имя, фамилия? Не скажу. Как зовут? Имя, фамилия? Скажу. А сколько лет? 15? 16. 16? Слушай, здорово. Тебе, наверное, также 16. Нет, старше. Ты старше? Здорово. Ну что, Кирилл, мы идем дальше? А к Аристарху это как? Аристарх потом. Аристарх там, щучка там? Нет, давай к Аристарху сначала. Сначала щучка. Он хочет просто поиздеваться. Да. Но я это давно понял. Кирилл, ну давно нельзя издеваться. Подожди, а мы щучку пролазим с другой стороны, идем к Аристарху, я так понимаю? Нет? То есть мы пролезем и вылезем? Вы лезете туда и обратно в эту дырку. И мы идем обратно оттуда и идем туда. Но я не хочу к щучке. Но при этом не делая круг. Ну, можно сделать круг. Круг. Да, минуту. Давай может, к Аристарху. А тут есть вообще красивые места? Ну... Мы их всех исчертили. Чего их? Исчертили. Исчертили? Вандалы, которые приедут, допустим, один раз. А эти что ли? Вандалы. Тоже не знаю. Чтобы ты знал, Диме Машенькову ногу прострелили. Здесь? Да. Это было в видосе? Нет. Они город взломали, который мы прошли мимо. Да? Фильм ужасов. Я больше всего ненавижу мародеров. Не поверишь, за что. За что? Я прихожу. Все выносит. Да, выносит. Я прихожу, бумбиш. Нормально такая целая бумбиш. Можно посмотреть журнал, где что лежит. Прихожу в другое, а там ничего нету. А мародеров все вынесли. Вот сволочи. Сатанист тут и все. А у меня... Секты эти. Дискотека. Давайте потанцуем. О. Ну что, пойдем к Аристарху. Не, давай, ну Кирилл, пойдем к Аристарху. Я худой, я пролезу, мне надо, это нормально. А ты, Кирилл, пролазишь туда? А, ну так я тоже туда не поеду. У нас только один, получается, полезет, пошли к Аристарху. Здрасте, я потом вылезу, вся грязная, некрасивая. А мне домой еще 2,5 часа идти. Слушай, я еще не купалась в этом году, да. А я купался. Пошли к Аристарху, Кирилл. До Аристарха? Да, к Аристарху, пойдем. У нас 3 минуты. Чего у нас? 3 минуты. Хорошо. А потом... А, теперь Кирилл решил с нами побегать, да? Да, молодчинка, красавец. Так, теперь у нас кросс. Кирилл почему-то психанул, потому что, наверное, я все-таки отказалась лезть в щучку. Поэтому он решил, чтобы мы побегали. Мы ребят потеряли, Кирилл! В смысле? Ой. Все? Нет, еще одна легенда. Еще одна легенда? Да, вот это. Так, какая здесь легенда? Все-таки медленно, да? Вот. Если этот дракон и вот эта лошадь сомкнется... Подожди, какая лошадь? Ага, если это лошадь... И этот дракон. Отойди! Отойди, мальчик! Когда они соединятся, все обрушится. Да? Да. Че сели отдыхать? Побежали дальше! Слушай, физруком будешь работать. Да, он собрался, видимо. Физруком работает. Кирилл, подожди, у меня нет еды. Я полуголая. Первая, кто здесь умрет, это я. Поэтому ради меня надо бежать помедленнее. Пока дракон с лошадью не сомкнулись, мы будем жить. Ура! Чего? Вы побили рекорд, за 2 минуты дошли. Да, серьезно? Это Аристарх? Да. Ой, подожди, а это... Подожди, это труп? Нет, это не труп, вещь просто. Посмотрите, кто он. Я думала, это труп. Боже, каких тут только страстей. Мордастей я не узнала. Там был настоящий череп, у Гудона 23. Настоящий череп? Да. Нет. Настоящий? Да. Кости лежали, короче, здесь.
Это, короче, Аристарх. О, это получается искусственный гипс. Да. Гипс, тут никого не убили, тут все хорошо, все замечательно. Аристарх лежит, отдыхает просто. Так. Пробежки 7 минут. 7 минут пробежки, Кирилл, нет. Нет, я бегаю по часу, конечно, но, Кирилл, давай на выход уже, если щучка, это у нас последняя. Ну ты сказал, что 7 минут бега. Если честно, я дорогу назад не знаю. Чего ты? Дорогу назад не знаю. Иди ты в жопу, Кирилл. Я знаю. Ты знаешь? Да Кирилл знает дорогу назад, просто он это, врет. Я не лезу. Я не лезу, извините. Я, по-моему, потом в следующий раз. Но я не лезу. Подержи камеру на меня, пожалуйста. Вот тут меня видно должно быть. Видно? Видно. Просто держи камеру. Я просто... Я не полезу в щучку, я смотри, я красивая. Я полезу в следующий раз. Мы же все равно обменяемся с тобой телефонами. Давай, я оденусь нормально. Хорошо? Ребят, у меня предложение. Не, ну, а давайте, сказать, когда вы куда-нибудь пойдете, вы мне будете писать, и я с вами буду ходить. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Меня это прикалывает, на самом деле. Я попробую. Ты попробуешь? Да. Ну, пошлите тогда в щучку. Сейчас, погоди. Щучки готовы? Это щучка, что ли? Ну, полетели. А, мы полетели? Слушайте, все-таки я счастливый человек, я счастливый человек, я счастливый человек. Ля-ля-ля. Подожди, это уже начало щучки? Нет. А. Ой, каска. Мы потеряли каску. Это я без каски, без ничего. Влезать здесь. А сколько он метров будет ползти, Кирилл? 11 метров? Зачем тебе это надо? Да, ползи давай. Рюкзак оставь здесь. Главный говорит, а что? Не пробуй вставать, застрянешь. Я знаю. Первый раз ползу. Все это говорят, потом 150 килограммовый там застрял, там плиту отбивали. Да? Че, серьезно? Ты опять фильм ужасов рассказываешь? Из-за этого там больше стало щучка. Без сказки. Нормально без сказки. А зачем 150 килограммовый полез туда? Скажи мне, пожалуйста. А там свет-то хотя бы есть, тоже нет, да? У меня свет есть. Так, я сейчас каску одену. Есть грот, короче. Давай, я вижу, здесь изи вообще. Чего там? Изи. Изи, это значит хорошо? Да. Кирилл нам все ужасы рассказал. Ну да, там же 150-граммовый дядька лез, поэтому... А, я здесь четверть людей потерял. А куда именно лез? Чего потерял? Людей. В смысле ты здесь четверых людей потерял? В смысле, насмерть? Я могу сейчас нет, они, короче, ушли, я их не нашел, пошел домой. А. Скучно стало. А куда там дальше? Кирилл, ты собрался домой, иди, вылазь оттуда. Нет, я не собрался домой. Давай, лезь прямо. Чисто прямо? Да, просто прямо. Там не будет никаких своротов, потом обратно. Чего? Потом вылезешь и обратно. Ага. А, подожди, обратно-то он будет попой ползти, что ли? Нет, так. Он там перевернулся? Там такое же помещение. Слушай, я бы тоже туда, конечно, слазила, если бы я это одета была соответствующе. Да тут наскальный рисунок. Показать, где мы? Давай, где мы? Покажи. Это карта, да? Да. Ну, тут можно еще и лазить, целый день, по идее. 23 километра. Да? Да. Так, и где мы сейчас? Вот с Яной пишется вот так вот. С Яной, ребят, через мягкий знак. Чего? Чего, капец? Нормально. Не полезешь? Да, вылазь, а то я уже... Он нужно. Обратно не вылезет. Не вылази, обратно ты не сможешь, наоборот, застрянешь. Вперед, лезь, все. Давай, лезь. Давай, где мы сейчас? Ну, называется же щучья... Щучка называется. А, щучка? А тут так и будет на карте щучка написано, да? А, вон, может, вторая часть, да. Так, идите. Слушай, я сейчас туда сяду, ты мне фотку сделаешь? Тебя сфоткать? Эй, надо. Дай карту. Ты так хорошо. Да. Дай карту. Ты там периодически говоришь, что ты живой.
Кофе, идем без него. Кирилл, ты бы меня так же точно забросил? Нет, женщина. Ой, спасибо. Господи, я впервые поняла, как хорошо, что я родилась женщиной. Это плохо. Плохо, что я женщиной родилась. А, вот, еще вторая. Отличная распечатка. Пацаны, вот вы дураки. В смысле? Надо вот такую карту, а не вот такую. И особенно, чтобы был 10-й год, потому что он более точный. А это какой год? Не знаю. Это царя гороха, что ли, год? Не знаю. Название пенис есть? Где пенис? Покажи, покажи пенис. Так, ну мы туда сегодня точно не пойдем, я в следующий раз туда пойду, и тем более буду знать, что карта есть распечатана. Ползи обратно, мы тебе разрешаем. А туда потом пойдем. Кирилл дал добро, а это выход? Это Громов. В смысле Громов? Чего, Сань? Короче. Я пропал. Вот она щучка. Щучка, вот она. Так. Вот она щучка, короче. Ага. Вот вход. Ага. Вот вход. Вот вход. Ага. А мы вот сюда пойдем. А там выход-то будет? Нет. Выход один здесь. А почему мы тогда туда пойдем? А там карман. Карман — это сквозной проход. Типа как карман. Влазишь и вылазишь. И мы там можем вылезти? Влазить? Там можно застрять, типа, рост маленький. Ну ладно. Есть курилка. Ты там живой? Есть начальник. Ты живой? Все, вроде орёт. О, мы видим свет, ты выползаешь, ты выползаешь. Давай, отделение, в другом месте. Итак, ура, давай, мужик, ты мужик. Дай это, да. Давай. На коленки вообще нужны. Коленки вообще, да? Да, на коленки. А, в общем, если ползти сюда, то нужны наколенники, правильно? Да. Все, давай, мужик, давай, мы за тебя. Итак, последние метры. Кирилл, поддержи мужика, он пролез, он молодец. А если бы я сюда полезла бы в одних этих, без ничего, я думаю, что... Медленный, конечно. А, держи фонарь. Пипец, говорит, ты медленный. Он медленный. А ты за сколько ты долез? Мы засекали 15 секунд, я в одну сторону вырос. Да? Да. Ну, у тебя уже практика. Обычные впечатления. Что, серьезно, что ли? Да. А страшно? Просто, нет. Не было страшно? Лиза Чунаева, привет. Так, а фотку сделать? Нет. Как хочешь. Ребята, мы вас ждем! Вы уверены, что хотите кричать? А что? Ой, подожди. Нельзя кричать, да? Стойте здесь. Да, нет, подожди, Кирилл, ты куда? Ты чё? Кирилл, нет, Кирилл, пожалуйста, нет, пожалуйста, минуту. Нет, Кирилл, я без тебя, нет, я без тебя не останусь, нет, Кирилл, пожалуйста, вот не надо, у меня нервный срыв будет сейчас, я женщина в возрасте, сейчас они придут, нет, одна. Вот если они тут будут, то тогда давай. Минута, я приду. Нет, Кирилл, пожалуйста, минута для меня это вообще. Нет, Кирилл, тут у меня немножко небольшой страх. 30 секунд. Пожалуйста. Вы меня будете видеть, как я бегу сюда. 30 секунд буквально. Я просто отсюда не выйду, у меня даже карты нет. Выйдите, я вас... Нет, Кирилл, я это... Давай на выход. Вот давай ты мне сначала выход покажешь. Прямо направо? Такой-то интересный, прямо направо. Ой, подожди, так мы опять же здесь же были уже. А, вон ребята идут. Ребят, вы же сейчас с нами на выход. Я не кричу больше. Пацаны, вы на выход! Вот не слышно просто. То, что вы кричите, и не слышно. А-а-а. За поворотом ничего не услышишь. Да? Да. Вот я сейчас за поворотом. Ребят, давайте мы телефонами обменяемся, хорошо? Зачем? Ну как это зачем? Я теперь с вами везде буду ходить. Просто взрослые мужчины, они какие-то все скучные. Машины, деньги, работа, неинтересно с ними. Че уселись? Он же, тем более, Кирилл сказал, что поговорит по поводу чего там, каких-то храмов. Мы уселись. Мы в следующий раз в храм, что ли? Да. Тогда я хоть завтра могу. Шо-то уселись, побежал. Я тоже. Я же, как настоящий проводник, должен. Чайники вперед до выхода идут, я должен запомнить дорогу. Прошу вперед. Чайник это кто? Я снова, не знаю. Я, это я, да? Прошу вперед, до выхода. Хорошо, Кирилл. Подожди, а мы точно идем на выход? Я не знаю.
Я чайник, и я должна запоминать дорогу. Это мое самое интересное приключение в моей жизни. Ой, тут вообще... А, подожди, Кирилл, а вот здесь развилка куда? А вон красная стрелочка. Значит, туда. Кирилл, ну раз там с красной стрелочкой. Я не знаю, чайники вперед. Чайники вперед. Да? А некоторые стрелки лжут. А некоторые стрелки лжут? Я знаю, какие лжут, какие не лжут. Какие же не лжут? Какие не лжут? Нормально нарисован. Конечно. Так, вот мы опять на развилке. Вот это я помню, что бусы. Так. Вот так, это там. На кладбище пойдем еще. На какое кладбище? Да. Ребят, куда идти? Ну реально. Вы чайник выбираете куда? Я чайник, да? Право, лево, право, лево. Ага, мы так зайдем, если я уберу, мы никогда не выйдем. Право, лево, право, лево. Ну, Кирилл. Право, лево. Там что-то вообще ничего не видно. Право, лево. Ну, вот тут стоит камень, мы к нему не ходили, значит, туда. Значит, туда. Я сюда выбрала. Я чайник, я выбрала сюда. У меня квест за квестом просто. Ребята, если вы досмотрите это видео до конца, вы узнаете, осталась ли в живых Лара Шум. Осталась, по-любому. Куда она? Так, а вот стрелочка. Это ложная, наверное. Это ложная? Вот, раз, вход, два, вход, три, четыре. Ёптать. Извините меня за мой французский. Вот эта стрелка, я ее помню, что она была. Вот, значит, куда нам? Нам, значит, вот туда все-таки, я думаю. Да? Нет, конечно, нам туда. Так, я... Пусть женщина вперед тоже. Пусть женщина вперед идет, куда торопишься? Женщину вперед пропусти. Во, эти остановки мы проходили. Да. Только поворот прошли, конечно. А, от остановок, значит, мы шли влево пойти. Ага. Да, здесь есть схема. Поворачиваешь направо-направо, потом, когда обратно идешь, налево-налево. Да? Вперед, да. Надо будет, наверное, сейчас покупаться, я думаю. Давайте с нами в Старозамке. Хорошо, я согласна. О, 162. А вы цифры не запоминаете? Цифры надо запоминать, да? Да. Вот зеленый камень. Да? А, тут по цифрам надо ориентироваться. На 179-м будем. На 179-м? Километре? Нет. Так, тут немножко идешь, полузагибаешься. Так. Вот стрелочка. А вот 12-12. Ой, да, ой, ой, ой. Да. Ну, вроде... Кирилл, мы же близко к выходу, да, под стрелочку? А я знаю, что мы сейчас где-то заплутаем. 100% я знаю. Мы сейчас где-то заплутаем? Мы там. Вон стрелочка! Вот же стрелочка! Куда? Ну мы, по-моему, это не проходили. А, вон стрелка идет туда. А, вот сюда, наверное, наверх, да? Конечно, вот Чертаново. Как, какой Чертаново? Надпись о. Чертаново, надо запоминать все, каждый мелочь. Да? А где надпись Чертаново? А, вон. Вон надпись, ага. Вот, остановка метро Чертаново, ребята, выходим. А, что надо говорить? Привет, система. Привет, система. Фу, на, ой, привет, система. Ты сейчас нас выписываешь, да, что мы тут прошли? А? Я живая. Лара Шум осталась живой. И у Кирилла сработал телефон. Ты меня снимай. Алло, да. Да. Подожди, я здесь видеоблогинг веду. Видеоблогинг. Ребята, жизнь. Жизнь. Лето, красота. Я живая. Я осталась живая. Ну вот это, конечно, немножко не есть красиво. А, у меня тут все запотело. Блин, когда ты у меня запотела-то?
Я живая. Ой, я живая. Я живая. Вот вход в каменоломню. И там такая погодка. Интересно, у меня так все кадры запотевшие получились.